воспоминаний очень, очень много. И очень много ярких воспоминаний, значимых воспоминаний. Вот, у меня плохо теперь, мне 90 лет будет вот, в недалеком будущем. Вот. И очень плохо с речью стало, со слухом стало плохо. Ну вот, это результат, конечно. Я в 16 лет пошла проситься на фронт. А мне было, еще не было 16 лет, но когда исполнилось, я стала проситься на фронт. А потом, а мне сказали, куда тебе, иди еще, иди. И отослали меня. А в 16 лет я снова пошла в военкомат и снова стала проситься. А кто будет? Кто будет защищать Родину? А что мне было? Я только кончила 7 классов перед этим. А мои родители потеряли рабочие карточки. У нас было 3 детей и папа с мамой. Жить было не на что. И меня взяли сначала, 15 лет меня взяли на работу. Это палата называется, потому что тогда только с 16 нужно было. И год я проработала, потому что рабочая карточка была одна на всех, уже она не возобновлялась. А потом, когда я проработала год, я стала, вот мне уже было 16, меня обратно отправили, а в 16 с половиной все-таки я кричала, а кто будет защищать Родину? Ну не я одна была такая, тогда наше все поколение было такое. Все хотели защищать. Да. Других просто не было, это так было искренне, так это было, ну по-другому не решался вопрос, кто будет защищать Родину, я пошла. Ну а так как у меня ни образования еще не было, что же, я только кончила 7 классов, потом вот дожила до 16, 15 лет я кончила 7 классов, в 16 я стала проситься, меня не взяли, а в 16 с половиной как бы взяли. Ну а так как у меня ни образования, ни специальности не было, кем я могла быть? Конечно, горшки носила, при госпитале была. Ну, была такая вот... Спасибо, дорогие. Я вся горела. Вот это помню, что надо, что это не я одна. Это все поколение наше было. И вот я работая в госпитале, я, когда были бои, нас вытаскивали, ну, нам, нас туда не приглашали, это не то слово. Отправляли. Да, отправляли. И мы, что мы там? Конечно, раненых. Я сама была как ниточка, тоненькая. Вот, но все равно это был такой порыв, чтобы спасти раненого, чтобы перетащить его куда-то. Не знаю, кто больше кого тащил в это время, но так было. И вот... Спасибо вам. Вырвались это... бой, все время на помощь. Да. Все время ну, результат вот то, что у меня сейчас спина такая вот вся. Ну, потом я была по натуре. Ну, тоже, наверное, это не я, а... Большинство было. Мы просто горели. Горели, чтобы победить, горели, чтобы спасти. И на моих глазах вот эти солдаты, они действительно защищали друг друга спиной, не словами, а вот чтобы спасти командира или ближайшего человека. Они вставали грудью, подставляли себя, чтобы спасти другого. Это была истина. Сейчас другие времена. Спасибо вам огромное. К сожалению, другие. Но все равно память об этом никогда не останется. Спасибо вам большое.